Отгадайте мою загадку, что за чудо вертолет совершает свой полет. Сел на листок, отдохнул чуток, зашуршал, загудел и над речкой полетел. Кто это? Стрекоза. Почему стрекозу сравнивают с вертолетом? Из компьютера я узнал, что стрекозы бывают разных. Я решил провести эксперимент и выяснить, почему стрекозу сравнивают с вертолетом. Для этого я стал наблюдать за стрекозой и ее строением. У стрекозы 4 сетчатых крыла. Это помогает ей быстро летать. А удлиненное словно руль тело направляет ее в полете. Скорость полета стрекозы 94-144 км в час. Ее большие глаза переливаются всеми цветами радуги. Состоит из множества мелких глазков. Делаем вывод, что стрекоза похожа на вертолет внешним видом. У стрекозы 4 крыла. И у вертолета 4 лопасти. У стрекозы удлиненное тело хвост. И у вертолета длинный хвост. У стрекозы впереди огромные круглые глаза. А у вертолета впереди огромная кабина. И стрекоза, и вертолет могут быстро летать. Вертолеты изобретены.